Доктор Веб Катана. Несигнатурный антивирус. Усилит защиту и обезвредит те угрозы, которые могут быть неизвестны вашему антивирусу. Вы убеждены, что ваш антивирус лучший. Допустим. Но почему утилита Dr. Web Curate популярна среди миллионов пользователей по всему миру? Ее не используют разве что в Антарктиде. Почти у всех этих людей установлен другой антивирус, не Dr. Web. Запросы в техническую поддержку Dr. Web в 2015 году ясно показали. Подавляющее большинство тех, кто обращается за помощью в расшифровке, пользователи других антивирусов. В ноябре 2015 года количество обращений в связи с троянцами-шифровальщиками превысило 60% от общего числа запросов. Это эпидемия. Конечно, заплатив деньги другому разработчику за защиту, которая разок-другой подвела, пользователь вовсе не должен бежать за другим антивирусом. Вредоносные программы рано или поздно пропускают любые средства защиты. Другое дело – получить возможность повысить безопасность при помощи технологий другого производителя. Dr. Web Katana не является заменой другому антивирусу. Он эффективно работает только в связке с уже установленным сигнатурным антивирусом и не конфликтует с ним. Посмотрим, как он действует. Итак, на компьютере еще не установлен Dr. Web Katana. Вы вставили флешку в USB-порт, открыли диск в проводнике и собираетесь открыть документ. К счастью, ваш антивирус не подвел. В файле, который был замаскирован под документ, он обнаружил вредоносную программу с помощью записи в вирусной базе сигнатуры. Разумеется, вы нажали на кнопку «Обезвредить». Проблема решена. Так зачем мне устанавливать дополнительно еще и несигнатурный антивирус Dr. Web Katana, если мой антивирус справляется с защитой? Через некоторое время вы получаете новое и важное сообщение по Skype. Служба поддержки предлагает установить обновление для Skype. Разумеется, нужно его загрузить и установить. Вы сохраняете файл на рабочем столе. Окно Skype можно закрыть. Вы запускаете файл обновления. Вредоносная программа, выдававшая себя за файл обновления Skype, зашифровала все ваши файлы. А что, если бы ваш антивирус был дополнен несигнатурным антивирусом Dr. Web Katana? Помните наш первый эксперимент? Да-да, тот самый, с вредоносной программой на флешке. Давайте-ка повторим его. Dr. Web Katana выполняет необходимые действия по обнаружению и обезвреживанию угроз автоматически. Если вы хотите узнать, какая угроза была обезврежена, то просто щелкните по ссылке подробнее. Dr. Web Katana предотвратил попытку изменения процесса другой программы. Опасный файл был помещен в карантин и больше не представляет для вас никакой опасности. А как насчет повторения эксперимента со лжеобновлением для Skype? Итак, снова новое сообщение. Вам предлагают установить обновление. Вот только теперь ваш компьютер под защитой Dr. Web Katana. Вы скачиваете файл, закрываете окно Skype и запускаете полученный файл. Обратите внимание, Dr. Web Katana срабатывает сразу после того, как только троянец начал действовать. А вот опознать вредоносную программу в момент скачивания обязан был ваш антивирус. Dr. Web Katana не предназначен для этого. Посмотрим, какого типа угроза была обезврежена. Префикс DPH означает, что сработала технология Dr. Web Process Heuristic, которая наблюдает за поведением других программ, и если одна из них начинает проявлять опасное поведение, то Dr. Web Katana прекращает работу такой программы и помещает ее файлы на карантин. Обмениваетесь ли вы документами по электронной почте? Да наверняка. Вы открываете почтовую программу и обнаруживаете важное письмо с приложенным документом. Вы сохраняете файл, приложенный к письму, на рабочий стол. О, да это акт сверки. Разумеется, нужно его открыть. К счастью, Dr. Web Katana уже обнаружил и обезвредил угрозу, которая пыталась выдать себя за PDF-документ. Что это была за угроза? Уже знакомый вам префикс DPH. Диагноз Trojan Encoder в данном контексте означает, что Dr. Web Katana
обезвредил троянец-шифровальщик, который не смог определить другой антивирус. Несигнатурный антивирус Dr. Web Katana эффективно защитит от новейших угроз, подстрахует ваш антивирус, снизит риск потери информации вследствие действия вредоносных программ. Попробуйте Dr. Web Katana совершенно бесплатно в течение 30 дней. Для этого откройте сайт по адресу www.drweb.ru. Наведите курсор мыши на кнопку «Скачать». В группе ссылок «Скачать пробную версию» щелкните по ссылке «Dr. Web Katana». После этого щелкните по ссылке «Скачать». Начнется процесс скачивания файла. Щелкните по полученному файлу. Подтвердите запуск программы установки с правами администратора. Нажмите на кнопку «Далее». После этого нажмите на кнопку «Установить». Начнется процесс установки программы. В ходе установки откроется окно мастера регистрации. Щелкните по ссылке «Активировать демонстративный период на 30 дней». Демо-лицензия будет получена. Нажмите на кнопку «Готово». Дождитесь окончания процесса установки программы и нажмите на кнопку «Готово». Несигнатурный антивирус Dr. Web Katana будет установлен и займется защитой вашего компьютера немедленно.